мы сегодня стоим на губернском рынке. Наша группа поддержки, наши девчонки. Стоим вот здесь. Вот он, вход центральный. Первые наши помощники. Они разбежали, собаки, что-то вы открыли. Смотри. Ну, вы-то тут. Спасибо, спасибо. Здравствуйте, приюту, помогите. Пока для щенков вот винер, фрискас, детская. Чего, где? Где шаурма? Да. Хорошо, не вопрос. Мы встанем, где хотите. Да, где скажете. Где скажете, там встанем. В машину, все, спасибо огромное. Давайте. Закидывайте туда. Ой, супер, спасибо большое вам. Спасибо. Девчонки, ну помогите. Я стою. Какой? Которая покрупнее, девочка. А, этот уже у нас в броне, да, рыжий? Мальчик? Да. Мальчик в броне. Спасибо. Обязательно стерилизация в будущем по возрасту? Что нет? Ну, тогда не будем отдавать. До свидания, спасибо большое. Все, мы завершаем нашу акцию. Собираемся. Значит, у нас здесь 800. Мы собрали сегодня 800. Вот. И вот хозяйство, все. Так что все. Добрый день, дорогие друзья! Вчера я заезжала к Виктории в гости. А, вот какое богатство я от нее привезла. Сколько лекарств, препаратов,
очень нужно. Спасибо огромное Виктории и подписчикам, чьи деньги здесь тоже вложены. В общем, докуплены остальные лекарства. Вот эти, как они, физраствора. Пару ящичков. Именно коронка. Ящичек. Холодильник надо отнести. Вот это все упаковка шприцов. 500 шприцов разных, там, разной дозировки. Интерасгель. Интерасгель, перчатки, азитропки, белый уголь, смекта, лак форте, лапирамид, амекс. В общем, все-все согласно списку. Вот целый ящик. Если чего не хватает, то только по причине отсутствия в продаже. Вот, энтерофурил. Ну все. Как-то так. Лиля, когда будешь в Москве? Потому что я не знаю, когда я смогу приехать. Мне вообще четверг пережить. Вот, вот это все шприцы. Это забираю в холодильник. Здравствуйте, уважаемые подписчики, друзья и все, кто нас смотрит и сочувствует. Все, кто с нами. Вчера я заезжала в Викторию, забрала лекарства, которые Вика купила на деньги подписчиков и свои. Значит, тут шприцы у нас разных калибров. Ну и тут очень много всяких лекарств. Вот, все нужное, все очень нужное, важное. Все для больных наших питомцев. В общем, все, что нам необходимо. Все Вика любезно заказала и выкупила в аптеке. В аптеках, я бы так же сказала. Взяла смекта, омис. В общем, все очень важные, нужные нам лекарства. Очень нужны стройматериалы, очень нужны. Нам не из чего строить вольеры. Надо рассаживать. Они растут каждый день. Собак надо рассаживать. Стройматериалов очень не хватает. Точнее, совсем не хватает. Точнее, их нет.